Я выбираю жизнь. В Саратове состоялась антинаркотическая акция с одноименным названием. Свыше 150 человек от цирка прошли по проспекту Кирова. Участники акции, самому младшему из которых 9 лет, раздавали горожанам листовки о вреде наркотиков и призывали заниматься спортом. Значимость последнего продемонстрировали трое молодых людей, которые двигались впереди колонны. Завершился флешмоб концертом на площади Чернышевского. В конце мероприятия участники акции запустили в небо воздушные шары с надписью «Я выбираю жизнь». Благодаря таким мероприятиям мы просто боремся не только репрессивными методами с проблемой наркомании, но и профилактикой, особенно когда такие маленькие ребята, которые сегодня третий класс, и студенты, и старшие классы, они откликнулись нам помочь, нам, конечно, это очень приятно, потому что только репрессивными методами в этой борьбе не помочь. Нужно предоставлять молодежи какую-то альтернативу. Вот в данном случае это вот яркий пример вот этой альтернативы.